5, 4, 3, 2, 1, старт! Иван Константинович, у женщин за третье место награждается Богдановская Дарья за единственный национальный округ. Грачев Андрей за Витинский район. 98-го. За второе место Хиль Надежда, Белогорский муниципальный округ. Может, волейбол смотрит. И чемпионка спартакиады Прибурская Алина, Ивановский муниципальный округ. Это матч с Прибурской получает. Награждение на 3000 метров мужчины. За третье место награждается Дурновцев Виталий, Архангельский район. Тренер Руднев Сергей. Третий помост. Заика Дмитрий, Белогорский район. 96-й. За второе место Придворный Дмитрий, Михайловский район. Четвертый помост. Закончил выступление с натянутым результатом 12 подъемов. И чемпионом прекрасно. Сегодня у него 30 лет. Возмещен Денис. Плюс 2 пошел. Шестой помост. Пушкин. Тамбовский район. Тренируется. 87-го года рождения. Желаем ему сегодня подарок будет. Напоминаю спортсменам, дистанция обязательно. Жима, выше не должно. Это другие соревнования. Пока толкаю, руки расслабляю. В классическом толчке. Плюс 4. Женщины, за третье место награждается Ермоленко Анастасия. Когда кто остановлен на плече, когда она становится явной, судья считать не будет. Прокатывать полбеды. А когда их останавливают на предплечье, во заканчивают на и давайте не теряйте на кожу, не судьбу. Плюс 5 идешь спокойно. Спокойненько. Хороший темп. И чемпионка. Руки поддержки. Поддерживать активнее. Каждый старается на результат, на команду. Спасибо, Александр Семенович. Готовится. Полетает. Так, и еще, будут небольшие сдвиги по поводу того, что чемпионы у нас не влазят в один поток. Я могу иногда, допустим, с категории 85 перекинуть на 95, чтобы чемпионы у нас, как обычно, выступали в хвосте. Это закон. Селиверсов Юрий, результат 26 подъемов. Я тянул, прошло, вообще не устал. Разминка сидит. Продолжает борьбу. Первый, третий, шестой подъем. Вот еще поток будет твой. Еще поток, уже все, наверное. Андрей Андреевич уже идет, все. Полетает. А, сейчас 85 поднялось? Да, 85 уже. Сергей. А
Лично Андрей молодец. Хороший темп. Вчера хорошо. Просто доработай до конца этим темпом и все, продышись. Нет, да. Возминка пошла, пошел работать. Самый лучший? Да. 109. Да, должен, должен. Работать визеры. И шестой в другой весовой категории. Это жеребьевка первый. Хорошо. Это вам Дмитрий. Ручка? 109 сказал. Потом. А, пиздю. Где толкнул? 101. Это на 2 минуты. На 2? 5 минут. Все отлично, уже половина. 101 очко? 101. За вывод, да? 50. А, 50. Ну и сотка тоже лучше. Это 160 где-то. У меня 166 и хитрый там хаба забыл. Дима, а какой помост интересно будет они, а? Раз назвали. Красиво. А, я не помню, да? Помост они. Ну вот, вот тут с первого идут. У вас какая фамилия? Калита. Вот, наверное, с первого будет. Надо подойти бы спросить, да. То есть свободно, ты есть свои места. Не, ну все равно, пока все не закончится. Работай на команду. Молодец, Андрей, молодец, отлично. Осталось немного. 4 минутки поработай, осталось совсем немного. Отлично, молодец, разрулись. Давай. Давай, за команду работаем. Команда была. Молодец, вот так. Вот так, молодечек. Хорошо идешь. 3 числа на табло должно быть. 3 числа. Вот так, молодец. Тише, тише, тише. Уходи порезче, тазом вниз. Тазом вниз, порезче руки распрямляй. Вот так, порезче руки распрямляй. Пожестче ногами прям, вот так, хорошо, ногами пожестче. Красиво. Красавчик, кто там орет? Болельщики. Не ускоряйся, Андрей, раньше времени, не торопись. По времени иди. Часы перед глазами, вот по времени работай. 6 секунд, Андрей. 7 минут. Через 6 секунд работай, все. Вот так, молодец. Отлично. 3 минуты осталось, дорабатывай. Рабочие минуты пошли. Это тот сейчас пик, когда все будет пиздец. Да, последние 7 минут, это вот самые такие жесткие. Толкай, не упускай. Держи, легко. Давай, давай, Андрюха, ё-мо. До конца 2,5 минуты осталось. 30 раз всего. Иди по времени, фиксируй, не торопись, хорошо. Последнюю пойдешь. Красиво доделай. 110 на первое, бери. Это не молодец, много. Андрей, молодец. Красиво. Хорошо, вот так. Вработался. Давай, вот так, пошел. Сейчас поработать. Красавец, 2 минуты. Все, пошел. Две работы осталось. Держи. Давай, давай, держи, держи, 2 минуты. Хорошо идешь. Давай, давай, две давай, минуты. Давай, держи. Чуть-чуть осталось. Держи, держи, держи. Все. Андрей, если тяжело, две просто минуты. Поменьше все, времени толкай спокойненько. Толкай, толкай. Да, поменьше. Вот 90 отдохни, минимум надо сделать. Планешь. Андрей, 90 надо минимум сделать. Не ставь на команду. Вот так, за команду работаешь. Хорошо. Просто работай расслабленно. Полторы минутки осталось. Работай расслабленно. Красавчик. Даже не устал еще. Давай, давай, Андрюха, через 6, иди нормально. 18 раз осталось. Отлично, молодец, молодец, отлично. Все сделаешь. Хорошо. Сделаешь. Добивай 90. Все, самая рабочая минута скоро пойдет. Вот так. Давай, хорошо. Давай, давай, давай. Вот так, молодец, молодец. Чуть-чуть. Отлично. Отлично, молодец. Вот так. Все, красиво. Рабочая делаешь. Минута пошла. Красиво делаешь, Андрей. Через 5 молодец. Секунд, все, давай. Все, давай, давай пошел. Давай, давай, давай. У тебя давай. Сил много еще, Андрей. Держи. Локти включай. Толчок. Локти давай, включай, давай, давай, давай. Толкай. Вот так. Все. Сотку должен. Все, и пошел работать дальше. Сотку давай. Вот так. Давай, Андрюха, 9 раз. Давай. Вот 9, так. Давай. 9 раз осталось. Раз, 8. Вот давай, так. Давай. Молодец. 7. Давай еще. 6. Толкать. Еще давай. 5. Толкать. Ногами, давай, ногами. Давай, давай, давай. 5 раз. Отдышись, отдышись. Вот. 5 раз. Все, и теперь ускорение. Все, хорошо. Вот так. Толчок. Еще 4, давай. 2. Толчок. Еще 3 раза сделал. 3 раза. 3. Вот так, молодец. До конца. Вот так. Еще 2 раза. Держи, держи, еще 2 раза, давай.
Еще раз делай! Еще раз! Еще раз! Давай! Вот так! Еще! Аня! Красавчик! Три, две, одна.